Мне всегда нравилось быть сильным. Единоборство, плавание, функционал, железо. Я погружался в спорт с головой и часто отдавался без остатка. Но он никогда не был самоцелью. Инструмент, укрепляющий и дисциплинирующий. Сегодня я тренирую людей, помогаю им через боль и пот закалить свой характер, научиться побеждать. Ты должен быть сильным, иначе зачем тебе быть?